все, все, всем пизда, всем жопа, всем анальное очко. Наконец-то дедушке дали элементалей, дали вот этого, как он там называется, ледяного господина. Сейчас я всем устрою, в общем, коричневый мороз. Сейчас пойдет по коже всех моих врагов. Я буду просто доблестно сражаться на элементалях. Выйду в 10-ю таверну и все, и просто всех уничтожу. Как там? Вот всей швали моих критиков, моих завистников. Вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени... Точно. Да, блядь, вы серьезно, а? Можно о чем-то спорить? Этих, потому что их можно продать будет по одному. Вы думаете, что я вас не переиграю? Не уничтожу? Бля, сразу жмур, классно, просто отлично. Я хотя бы не топ-8 уже. Вы думаете, что я вас не уничтожу? Где я там должен быть? Я вас уничтожу. Никому не говори, но я болею за тебя. Да понятно. Ты это всем говоришь. Грязный негодник, шалунишка. Прокрути меня на исходе дня. Неплохо сыграно. Прокрути меня, ты несчастного. Прокрути меня, прокрути меня на исходе дня. А нахуй я так сделал вообще? У меня возникает вопрос. Я чё, дурак, блядь, что ли? Ты чё, дурак, блядь? Типа, если бы я разыграл элементалей, я же вообще за 3 копейки бы сейчас... Это, ну, короче, ладно, все, похуй, похуй, похуй. Похуй, похуй. Мне похуй, похуй. Я тупо пожилая Клава Кока. Да-да-да-да-да-да. Бан, блядь. Бой, next door. Ну, ничья, прекрасно. Сойдет. Чудо. Ничья, я вторая таверна. Каждое ну, кто ты чё, блядь, это... Сильнее. Я тебе чё, в зверей, что ли, идти должен? Вот! Вот, вот это деловой разговор. Вот! Всё! Сейчас следующий ход. Сейчас всех будем чижить, потом пыжить, потом, так сказать, как бы вот, ну... Понимаете, да? Вот, вот там, вот так вот, там, вот, вот, вот так, вот так, вот, вот, это уже не надо. Всем мое почтение. Доктор Пеппер за 30 рублей? Ничего себе. Ну, соснул, ну ничего. Один раз не пидорас, правильно? Правильно. Блин, как хорошо, что я не на Твиче. Пидор, пидор, все, пидор, нигер. Даун, нацист. Так. Опа. Ай-яй-яй-яй. Убили негра, господа, все. Ни за что, ни про что. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили, негра, убили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки, замочили. Убили, негра, убили. If I could be a nigger for a day, I will live my life pretty easy way. Та-т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 а. If I could be a nigga for a day. Ну тут пососал немножко. Пососал хуйчанского по-доброму. Ну ничего страшного. Там три урона. Вторая таверна. Первый писюн. Нормально. Жучара, у него эти есть. Сражение в самом разгаре. Угу.
Так, похуй, не торопимся. Берем господина вот этого. Торопиться или нет? Да я не буду торопиться, да я даже нет. Найми кого-нибудь. Да я не стесняюсь, что там как говорится. У нас, в принципе, бан, блять, вот так, вот так. Вот это я сейчас тебе потороплюсь, блядь. Сейчас я найму, блин. Так, ну шо? Ютуб так не окуколдился, потому что, блин, русский. Да, блин. Это просто Twitch прям супер какой-то, прям супер анально куколдский. Типа, неужели вот я, ты думаешь, если я сейчас в Твиттере напишу просто, вот зайду в Твиттер или в Фейсбук и просто напишу у себя на стене «Нигер-пидор», то все, типа, мне бан сразу или что? Кажется, ты идешь. Или я что-то не знаю. То есть, ну, просто мне кажется, вроде бы там в Твиттере не так все, допустим, ужасно, что-то прям. Так. Блин, я еще и соснул, получается, с легонца. Ничего. Все, сейчас все закамбэчим. Еще, блин, все, ребят, я уже топ-6 минимум. Возвращение. Камбэки приехали. Все в порядке? Жмуры. Блин, сейчас будет бесплатная автоверна. Согласен, от таких надо избавляться. Бесплатная вот автоверна. Спасибо. Блин, ну это я просто, так сказать, кайф. Мое почти. И что там мне еще выпадет? Ну, не лучшее, что может выпасть. Но я думаю, что я возьму господина Брана. Кто знает, какие тайны нас ждут. Вот так, так. И так. О, отлично, все, 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 что надо, взял. Все, сейчас все сделаем просто по красоте. If I could be a nigga for a day. Кажется, отряды экстрагенного реагирования с жирух быстро нажалуются. А, то есть в Твиттере пиздец, да? Угу. Ну, спасибо Ютубу, что, блин, я же еще, то есть, если вдруг кто-то будет смотреть... Без негатива. То есть я же это все говорю, как говорится, я главный борец за права, так сказать. Ну хотя, конечно, это что-то, что там в США творится, это что-то как-то не очень. Не одобряем, так сказать. Но выбор просто, блять, ну хуёво как-то. Хорошо. Давайте слово «хуемразь» запретим тогда. Это же как там, мизандрия, вот, пожалуйста. Я вот считаю, что надо поровну всем. То есть не так, что типа мы боремся против цисгендерных белых угнетателей и не боремся против, блядь, всяких там поехавших. Давайте, блядь, вот за слово «хуемразь» сразу бан нахуй. В Твиттере. Хотя, блядь, тогда всех-то придется там забанить. Потому что, мне кажется, там только и сидят. Вот я сижу, я, блядь, я подписан, ну, на, блядь, на кого я подписан в Твиттере? На Оля Роску, блядь. На Хованского. И мне, блядь, всякая хуйня, блядь, типа, какие-то бабы, типа, укронационалистки, феминистические какие-то. То есть просто какая-то лютая поебистика вылезает вообще, просто жесть. Чё это мы вообще про это? Я, между прочим, начал немножко тащить, если вы не заметили. Я топ-1 господину дал сколько поебал? 16. Да? И он стал резко топ-3, как бы. Твои существа постарались на славу. Да. Может, это существо это решит да. Исход сражения? Я пока оставлю минус господина Брана. Плюс один золотой. А давай, блядь. Так все. Так все тогда. Ну и все. И просто все. И просто на. И просто. Оп. И еще бесплатный этот. И еще на. И продал.
И так. И еще это, отлично. И вот этого. И вот так. Согласен, и вот так. Вот и еще сейчас. Блин, два раза. В смысле, а это... А, этот уже в триплете. Вы кладете в руку нахуй, продал. Боевой клич вы там два раза обновляете. Так, обновляем бесплатно, раз. Блин, с Браном охуенно играть вот на этом. Так. Все, хуйня. Хуйня. Продал, заморозил, потому что мажордом это охуенно. И все, я еще уже практически на шестом. Слушайте, а я, может быть, сейчас успею получить ачиву там какую-то дают, по-моему, если ты самый первый вышел на шестую. Может, я сейчас получу ее и все. А там еще даже никто не на пятой, да? Я тогда точно ее получу и так. Так, все. Все, просто... Триплет циклона, если пробафанный хорошо, то есть с большим здоровьем, он как бы четыре существа сносит просто в одно рыло и абсолютно прекрасно раздает неприлично много урона. Ну не он, как бы это, существа, которые остаются в конце, очень жирные. Так, значит, сейчас мы как раз это и будем делать. И будем заниматься бафом. Я не хочу... Хотя... Блин, ну нет, не буду. Лучше найми кого-нибудь, пока можешь. Блин, ничего не падает, интересно. Ну хорошо, я думаю, этого можно уже хер с ним. Придется так. Может, это существо решит исход сражения. Так. Блин, все одно и то же бафает что-то. Так. Это не элементаль. Это как раз элементаль. И у меня он нужен. Я заморожу и оставлю так. И сейчас, короче, циклончик получит. Должен получить. То есть он же неважно, стоял он на столе или нет. По-моему. Ну, сейчас заодно посмотрим, проверим. Вот, сейчас циклончик получит. Крепкого бафа такого хорошего, сочного. Сочный, мощный. Просто как бы... Ты у всех на прицеле. Держись. Ну, мне кажется, вот этот герой, типа, сейчас очень хорош. Как это называется? У этих, блин... А я что-то не обратил внимания. Все-таки... Четырех существ. Просто четырех существ снес одним. Все. Ну, просто смерть. Это смерть. То есть вот этот, как мета это называется. Я, честно, всегда меня бесили вот эти геймерские словечки. Они все время на каком-то, блядь, каком-то непонятном языке своем говорят. Какая-то хуйня, какая-то, блядь, мета, мурлоков, пробафалась там, блядь, просто... Кто сможет, сделает. Ебанешься, пока поймешь, чё, блядь, говорят вообще по-русски. Нихуя не понимаю, блядь! Так, все, бесплатный баф. Теперь можно крутить. Блин, сейчас кто-нибудь будет мурлок с ядами? А, кстати, это не... Блин, вообще запросто, между прочим. Может, отобрать яд у них? Я, честно, думаю, я лучше отберу, ребят. Я просто крыса, тварь, падла, сыкло, говно, но я заберу себе ядовитого мурлока, просто чтобы он был у меня. Потому что если он будет у них, то он будет у них. Я хочу, блин, выбросить, поставить все-таки Брена и... Вот крутануть и... Да, заморозил. Наверное, не буду триплет Брана собирать, похуй. То есть два Брана не дают двойной... Ну, лежа на столе, вроде бы они не дают двойной боевой клич. Вообще, сейчас плохой довольно у меня стол получился. Еще и против мурлоков. Третьих героев. Гей-роев. Блин, я и так задрочу в какое-то говно редкостное, какую-то карточную игру, а ты еще... Я, честно, я боюсь. Вот я рад, что я мало игр знаю, мало во что задрочу. У меня, честно, очень... Так, ну да, он за двоих бафает. То есть вот два они стоят на столе, и они каждый дают свой баф. Раз, но не убил. Два, убил. Три, убил. Четыре, убил. То есть троих убил, одного очень сильно ёбнул.
классно. Ну, здесь я не выиграл, но, в принципе, ну, немного я получил урона довольно. Сам, как бы, сделал дебильный стол слегка себе, но, думаю, ничего страшного. Здесь я беру раз охуенно, два охуенно, три просто вообще роскошно. Выбрасываю Брена, кладу пидораса, вот, прошу прощения. Так. А, у меня... Подождите-ка секунду. Так, беру вот этого. То есть я сейчас получу уже по два, а не по одному. И все. И еще триплетик сейчас будет. Так, хорошо. Я хочу его сперва разыграть. Где он? Празднаментать. То есть я его сперва разыграл. Блять, я дурак, что ли, да? Да. Бля, знаете, наверное, нас... Срать на Брена. Я его потом еще возьму, мне кажется. Так. 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 Давай, успей. Так. Похеру, давай. Давай сюда. Давай. Шестой уровень. Что? Джин. Давай так, давай. Нормально. Заморозить, блять, ладно. Нормально, хорошо. Да, один яд у него есть. Ну, в общем, я считаю, я не зря забрал себе яд. То есть это, конечно... Ну, блин, все, он просто убил мою самую сильную карту. То есть тут, к сожалению, только крестящими методами можно победить. Спиздить себе. То есть я сам играл, блядь, на Мурлоках. Меня бесили козлы, которые пиздят яды, из-за которых... Типа, я только, где яд, блядь, где яд, где яд? Ну, извините. Я хочу первое место. Это, конечно, возможно, не по понятиям, не по-пацански, но я хочу первое место. Так. Так, это что вообще? После того, как вы разыгрываете элементаль, ваше существо какое? Получает бонус к рекрутике, наверное, элементаля. Как бы понять вообще, что это такое? Знаете что, да ебись оно конем. Не понимаю, и нахуй он пошел. Так, короче, разыграл. Взял. Положил. Раскопал. Опять же Рагнарошев. Блин, а может быть ядами тоже против них хуйнуть? Я не знаю просто реально, я тупой, ребят. Я не понимаю, что делает Рагнароша. Честно, вот как-то не понял. Это говно? Блин, а где вообще этот? Кто-то еще на элементалях, что ли? Да, кто-то еще на элементалях. Забрал моих красавцев. Гара я уже, мне кажется, не успею. Получает плюс один. Вот тебе золотой. Макс, ну оставим. Похуй, ладно. Пизду. Я тормоз. Браво! Ты на голову выше всех. Ну, пока да. Ну, я просто крыса подлая. Забрал яда. Просто тварь. Негодяй. А, этот, смотрите, как смешался. Ну, у них и так уже... Блять, вот так уже по яду у всех есть. Еще Максны они могут взять себе. По-пацански. Ну, прости, дорогой крысиный король, но главная крыса сегодня я. Просто мразь, тварь, падла, предатель. Вот. Подлый просто губитель мурлоков. Ну, я потому что сам постоянно играл на мурлоках, я знаю... А, он получает, типа, за каждого, который на столе, плюс один, так что ли? То есть не просто за каждого, а за каждого, который... Есть на столе. Все, я понял. Этот пригодится, если я соберу триплеты этих. А я его вполне возможно соберу. Слушайте, не буду даже брать парашу. Мне кажется, я сейчас... У меня сейчас очень радужные перспективы. Не стесняйся. Найми кого-нибудь. Ладно.
Кому-то не поздоровится. Ну хрен с ним, ладно, блин, выброшу яды. Минус одно существо, плюс один золотой. Заберу этого, оставлю пока антифриз. Буря в таверне. Ты у всех на прицеле. Держись. Сейчас там как будет, блин, 5 ядов, типа, что-нибудь такое, да? Нет, нормально. Ах, во, интересно, кстати, он сыграл. То есть сразу минус мое хорошее существо. Сейчас, кстати, если... Я сейчас через джинов, может быть, соберу прикольные триплеты. Будет здорово, если да. Что-нибудь как затриплетится сейчас? Нет, ну ладно. Но все равно ладно, сейчас элементалей получу лишних. Блин, я, видите, у него даже нет ядов, а я все равно чуть не пососал. Блин, ну так обидно. Как бы, не, я один, наверное, не буду выбрасывать тот яд. Так. Твои существа постарались на славу. Кого выбросить? Спасибо большое за донат. Мой любимый трек говниды. https://. Да, послушаем. .bus/9baus7ux9. Блин, вот он не падает мне. Может быть, он забрал тоже как раз. Паскуда, а? Ладно, давайте тогда похеру. Выбрасываем. Может быть, Гаров как-то вот так поставить, типа. Гаров, Харламовых. Выбрасываем, похуй. Погнали. Минус. Так, добавляет, замораживает. Что там? Говно. Берем. Выбрасываем. Кладем в руку. Гарбы, ну нет, ладно. Вот, типа триплет бы очень сейчас хотелось, просто потому что меньше было бы карт на столе. Больше эффективность была бы. Этот бессмысленный довольно. Просто прокручиваем. Гара оставляем, наверное, хер с ним. Заберем. Мажор Гей. Срать. Какой же все-таки сопрыки нахуемный. Я просто где рад, что там? У меня есть возможность каждый день сосать ему хуй. Спасибо, дорогой МС Ортодокс. Блин, донат, оказывается, мне лицо загораживал. Спасибо большое. Спасибо за донат. Блин, зря я его ставлю первым. Он. Да, надо мне поменять первого. А, хотя нормально сейчас вот так повезло. Че там, хуйня какая-то. Ну ладно. Блин, вот сейчас просто... Лаки. Блин, мне кажется, я все равно сейчас... Нет? Все, что ли, уже? Все, кажется, все. Поиграл. Все, доиграл. Ну, блин, я считаю, вот с этим было сложно. То есть... С ядами он бы меня просто, очевидно, выебал, поэтому... Я считаю... Ну, не совсем честная победа, но, блядь, кого ебет, все. По-моему, прикольно.